Итак, доброе утро, страна. Мы сегодня проснулись в 7 утра. И вот, вот такой вот нас встречает день. Как обычно, все по расписанию. Тучи там в середине острова, видите. Солнышко вот только-только должно взойти. Восход будет в 7. И вот такая вот глазурь океана. Волн практически нет. Легкий ветерок. Ну, и народ, как всегда, любители серфинга, вон там уже, видите, на волнах собрались и ждут волну. Ну, а у нас кофе по расписанию. Каждую ночь полностью происходит фильтрация воды в бассейнах. Мы вчера вечером шли, вода была такая чуть-чуть мутноватая, потому что тут столько людей купалось. А вот сейчас вот утречком раненько. Видите, какая чистая водичка. Сегодняшнее утро у нас началось из Старбакса. У нас закончилась вода. Мы вчера что-то и шли в номер и не купили. Поэтому сегодня в Старбаксе. Сегодня на улице с утра идет вот такой вот дождик. А мы сидим вот под зонтиком, наслаждаемся кофе с булочками. Это же тропики. В тропиках не только солнце, но и дождь тоже должен быть. Ну да. Аллочка тут под дождиком у нас сидит, запряталась. Сегодня решили просто погулять немножко по городу. И вышли с нашего вилледжа, с нашего резорта. И пойдем немножко прогуляемся. И хотим сходить сегодня в дворец короля Гавайев. Не знаю, открыт он сегодня или закрыт, но надеюсь, мы туда попадем. Пройдите по мосту, затем через 800 футов плавно поверните налево на дороге Капеллани-Бульвар.
набережная осталась вот там вот слева, а мы вышли на центральную дорогу, которая идет вдоль набережной, и идем сейчас к дворцу королей Гавайев. Улица называется, видите, Калакауа Авеню. Через 800 футов плавно поверните налево на дороге Капиони Бульвар. Химия для спортсменов. Первый гавайский банк. Очень много ведется строительства. Столько кранов строительных и растут новые билдинги. По сравнению с тем, как мы вот были здесь 12 лет тому назад, здесь столько новых зданий выросло, просто как грибы. Также вот все вот эти холмы гавайские застроены домами частными. Так что количество жителей на этом острове, я так думаю, что намного увеличилось за эти 12 лет. Очень красивые вот эти вот деревья, такие покрученные. Класс. Здесь на Гавайях, именно на этом острове Оаху, очень популярный белый цвет. И здесь очень-очень много гостиниц, зданий всевозможных в белом цвете. И очень красиво смотрится, видите. Также очень много зданий из стекла и бетона. Железо, стекло и бетон. Очень красивые здесь деревья, пальмы, кусты, цветы. Просто у нас в нашем штате Вашингтон такого не увидишь. Это все тропические растения. Красота. Вот смотрите, какое огромное дерево, да, вот это вот, акация гавайская. А здесь так интересно, возле самого корня уже пустила вот такие вот отросточки, видите, и зацвела, цветет уже. Вот что природа
животворящее творит. А спереди мы здесь подошли, вот перед нами огромная дилерская дорогих автомобилей, дорогих брендов. Видите, Феррари, Мазерати, Бугатти, Бентли, Киа Дженезис. И наверху там они вон стоят. Но мы не туда, нам туда не надо. Феррари уже, электричка. Видите, человек моет окна в высоких домах. Эта работа очень хорошо оплачивается. От 60 до 120 долларов в час. В зависимости, на каком этаже ты работаешь. Их двое здесь, видите. Видите, вот через дорогу натуральная гавайская хатка. Хижина гавайца. Здесь уже начинаются как бы музейные экспонаты. Здесь вот эта вот дорога, центральная дорога гавайских, как то говорится, города Гонолулу. И здесь находятся все вот такие вот уже билдинги представителей власти гавайской. Они здесь живут, какие-то офисы, капитолии, музеи. И вон там вот похоже музей и первые дома. А вот это вот первая гавайская хижина.
вот мы практически пришли в центр Гонолулу. И вот это дворец короля Гавайев. И там вот даже его памятник стоит. Напротив здесь тоже какое-то здание. Ну, мы сейчас походим, посмотрим, можно туда заходить или нет. Вокруг этого здания вот и такие вот шагающие деревья растут, и очень красивый парк сзади. Ну и здесь множество всевозможных учреждений, домиков я имею в виду, где там какие-то, наверное, офисы, какие-то здания. Рыбок здесь продаются корм.
Зашли мы здесь в университетский городок, и здесь вот такой вот как бы парк, аллея, здесь вот студенты сидят, на брекфаст пришли, кофе попить, перекусить. И также можно зайти, вот кафешек куча, магазинчиков, офисы здесь какие-то, так что как-то так. Алоха Тавер. Это приветственная символическая башня с часами, которая встречает своим приветствием Алоха всех гостей Гавайев. Итак, мы выходим с этого университетского городишки. Очень здесь красиво. Погуляли, понаслаждались видами, пофотографировались. И вот прощаемся с Алоха Тауэр.
идем напротив университета, а здесь, видать, студент, которого выгнали за плохое поведение, не доучился. И вот его частная пропорти. Он здесь живет, спит. Вот это его кухня. Вот здесь его весь стаф. Здесь он обедает. А вот тут здесь он спит. Мы проходим территорию речного порта Гонолулу, Гавайи. А здесь вот стройка идет. Вот это все полностью новые здания. Их не было. Им буквально может быть год-два, как они построились. А вот это вот только возводится, видите, строится. Бетон, железо, стекло. А это два дерева. Они называются, по-моему, слоновая нога. Вот видите, вот там вот цветочки, которыми оно цветет. А вон плоды появляются такие. После этого цветочка. Вот такой вот у него столб. Это плод его. Не знаю, съедобное оно или нет. Вон там висят. Интересно, прикольно. А вот здесь разломало его, оно точно как вот маковая головка, видите? Там в середине вот семена. Здесь вот в этом парке множество всяких деревьев. Это плюмерия. А это, я даже не знаю, что это. Но вот такой вот плод у нее опадает. Может, это манго? Нет? Или папайя? Какой-то вид папайи? Нет? Короче, мы не знаем. Не в курсе, что это. Но здесь столько всяких деревьев. Разновидности. Ну вот это называется слоновая. Ага, слоновая нога или как? Я не знаю, как оно точно называется зоологически. А, это баобаб? О, да, это баобаб, да. 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 Баобаб. Помните одну знаменитую песню Владимира Семеновича? Но если туп как дерево, родился баобабом,
то будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Живи себе нормальненько, есть повод веселиться. Быть может быть, в начальничка душа твоя вселится. Как дерево раскинуло свою крону, как огромный большой зонтик. Вечер настал, солнышко село за горизонт океана, оставив нам вот такое вот раскаленное небо, которое постепенно угасает, и темнота покрывает побережье, гавайского побережья. Thank you, it's very Thank good. You. I like your bag. What?